Симфонический оркестр Новосибирской филармонии открыл юбилейный сезон. Коллективу 60 и музыканты к этой дате подошли основательно. Зрители ожидает насыщенная программа. Начало сезона уже получилось нестандартным. Гастролировали по Италии, участвовали в международном музыкальном фестивале. Перед новосибирской публикой коллектив выступит 24 сентября. Сыграют программу, которую оркестр исполнял в свой первый сезон в 56-м. Итальянское каприччо, концерт для фортепиано с оркестром Чайковского и 10-ю симфонию Шостаковича. С тех пор, разумеется, коллектив пережил много перемен, но нынешнюю жизнь оркестра его художественный руководитель считает оптимальной. Если очень много людей уходят и приходят, то тогда это уже опасно. Сейчас мне кажется, что вполне все нормальный идет процесс. Да, есть группы, в которых не хватает музыкантов, хороших музыкантов. Все это тоже ведь в сравнении познается.